Здравствуйте, всем здорово. Что же, вот и подъехал тот самый последний ролик по онлайну 1.4.6. Мы стоим на 24-й точке, а Вергир Синчик мой, да, непобежденный. И мы сегодня в этом ролике с вами поговорим, как быстро мы нафармили на этого сина, какие у нас были ПВП, ну, в общем, подведем итоги. Также хочу сказать то, что можете подписаться на телегу. Вон чел пишет: Туман, я твой подписчик. Интересно, чел сильно охуеет, если ему сейчас плюс 12 торг дам? Ну, бля, давать такому типу, у которого Марайка, ну, ему ноль смысла от этой плюс 12. В общем, подпишитесь на телегу, потому что все знают то, что я сейчас уезжаю. Кому-то МБ будет интересно посмотреть за моей поездкой в Турцию. Также по новым сервакам. Тоже подпишитесь на мою телегу. Все, короче, будет в описании, либо же в закрепленном комменте. Вот. С плюс 12 также вы оставляли комментарии, я уверен, какие-то. И в этом ролике также можете оставить. Я, скорее всего, либо по приезду, либо просто кому-то дам свой логин и пароль. Вот. И чел зайдет, отдаст эту плюс 12 реально какому-нибудь нуждающемуся... Ой, блядь. Нуждающемуся челу. Вот. Потому что розыгрыши делать какие-то, да, блядь. Ну, это рандом ебучий, а вот именно сейчас я хочу отдать челу реально, который будет тут играть. Ну, условно, вот этот сикер. Я его довольно-таки давно видел тут. Как бы, я, по-моему, запросто нахуй эту двенашку сейчас дал. И чел бы реально кайфовал. Он бы тут еще, ну, поиграл с удовольствием, я уверен. Потому что там же БД, тут сколько? 120-130 человек ходит. Я уверен, этот чел бы с удовольствием с этой плюс 12 бы поиграл. Вот, так что, если вы тут реально играете, пишите своим друзьям. Может быть, они выиграют, может быть, вы выиграете. Кому-то она достанется. Ну, мне она незачем. Мне эта двенашка реально незачем. Что, наверное, давайте подведем итоги моего синчика, что мы имеем. Как видите, 22 тысячи хп почти на бафах. Мы имеем паньгу плюс 8, паньгу плюс 9, паньгу плюс 8, паньгу. Точнее, нет, сюаньки, кстати. Сюаньки плюс 10, ПЗ пушечка, БПГ 9. Дефолт на нерка плач 2 грейда, я паньгу плюс 8. Второй грейд из биже с уебищной гравой. Кольцо, ой, точнее, какое кольцо, биже 99 на СПД. Не менял ее, потому что тут, бля, ну 8 силы же, да? Да, 8 силы, ну довольно-таки профитная биже на самом деле. Просто так ее менять, ну когда по сути, что, есть соски на этой версии. Как бы на магов похуй, объективно. ДССки на семерочку, да. Я их потом заменил на ПКСки. Вот. И давайте посмотрим мой пассет. Это, очевидно, плюс 12, как вы уже посмотрели ролик. Да, я затащил 12, я сам охуел. Алмазки плюс 7. Такая же шмотка. Алмазки плюс 6. Алмазки плюс 7. Ну и алмазки плюс 8. И верхняя бежа на атаку, также на СПД. Ну и две ПКСочки. По статам у этого синчика вот такие статы. Давайте еще бафнусь на атаку. На селфи у нас 17500 планки. Это прям очень солидно. А с трехой, ну... Бля, ну 40к хочу. Хочу 40к. Бля, ну 33. 40к было бы мощно. Ну-ка дай я этому челу въебашу нахуй. Без таблетки. Ай-яй-яй. Как я его нахуй хуйнул? Чисто без отката. Вот. Ну, короче, синчик у нас мега сильно заряженный. Сбивать шмот я ему честно не хочу, потому что я уже говорил то, что это первый мой перс, который реально не имеет равных. И, блядь, ну, я его не сбил, хотя был моментик на стриме, да, где мы почти не сбили круг и не ливнули. Но мы смогли прокачать реально поистине крутого перса. Поставьте обязательно за это лайк. Кто сейчас досмотрит, да, до этого момента, обязательно поставьте лайк, потому что перс реально очень охуенный. Реально он очень охуенный. Этого перса не убил абсолютно никто на этом сервере. Прям, ну, покарал, так скажем, да. Очевидно, были челы, которые у меня убивали, с кем я дрался. И шаман меня убивал 1x1, и маг, и лук.
Но так, чтобы прям составить конкуренцию, ни один перс на этом сервере, это прям впервые такое, да, чтобы у меня свой перс, и как бы мне ни один чел не составил какой-то конкуренции. Такого еще ни разу не было, я постоянно сбивал своих персонажей и садился на каких-то других подсаженных чаров. Но очевидно, на подсаженных чарах, да, у меня был шмот лучше, чем на своем, да. И как бы я все так же убивал, но это был не мой персонаж. Этот персонаж конкретно мой, и он получился очень-очень удачливым. В общем, парни, вот такой вот видос. Мы подвели небольшие итоги. Я вам показал, что сейчас происходит на сервере. В основном 24-й точки всегда тусуются. Пару типов. С обеда до вечера тут всегда стоят типы, потому что заняться банально им уже нечем. Если челы сидели фармили, то сейчас они сидят и вот страдают такой вот хуйней. Вон чел не пишет, здорово, что ты идешь на один предвам. Да, иду на танки, друг. Хотел идти на призраки, но пойду на танки. Алюр P2, можете посмотреть видосы. Не знаю, вышли они там уже или нет. Я подготовил для вас один PvP-шный видос. Под кайфовый такой трючок. Вот, посмотрите его обязательно. В общем, парни, еще. Обязательно поставьте лайк за эту историю. Потому что этот син реально исторический. Без какого-либо рофла. С вами прощаюсь. Встретимся с вами, наверное, прям на стриме с вебочкой. После 15 числа, я думаю. После 14-15. На стриме. А сейчас я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Подписывайтесь на телегу, если хотите иметь со мной какой-то близкий прям такой контакт. Потому что, ну, в телеге я буду сидеть во время отдыха. Так что давайте еще раз всем пока. Удачи.